Это ужас, что. Это верх цинизма, когда больше половины города живет без крыш, окон, отопления. Уже вторую зиму будет жить. Российские блогеры выложили видео из захваченного российской армией города Северодонецк Луганской области и показали, в каких нечеловеческих условиях живут местные жители после прихода России. Несмотря на то, что боевые действия в городе закончились еще в мае 2022 года, никакого восстановления в Северодонецке не происходит, и люди замерзают в полуразрушенных холодных домах без отопления. Мы находимся в одном из общежитий города Северодонецка. Здесь проживает 8 семей. К сожалению, данное здание находится в аварийном состоянии. Здесь было несколько прилетов в результате боевых действий. Сейчас в этом здании нет ни одного целого окна и фактически нет тепла. Есть только бытовой газ. За полтора года великая нефтегазовая сверхдержава не нашла денег ни на то, чтобы вставить окна в этом общежитии, ни на то, чтобы куда-то отселить этих несчастных людей. Хотя для России это копейки, но у нее точно есть деньги, чтобы помочь этим людям. Просто Россия этого не делает не потому, что у нее не хватает средств, а потому, что ей на этих людей наплевать. У нашем подъезде все течет. Весь подъезд уже завалился. Но дело в том, что отопления нет, и крыши никто не делает. Хотя бы крыши, чтобы вода не текла. И много тут таких квартир? Ну, 9 прилетов вот таких квартир, да, и другому, и третьему такие. Ну, где там кто-то что сам сделал, крышу там прикрыл. А тут сколько делали, оно все взрывает. Ну, видите, какая вот трещина, да, страшно собирать его. Только недавно в своих предыдущих видео я показывал, как стараются помогать людям, потерявшим жилье, в Украине. Поляки, например, построили для них несколько модульных городков. Красный Крест в Чернигове построил небольшой поселок из двухэтажных деревянных домов. Квартиры там, конечно, не очень комфортные, но там хотя бы тепло, есть свет, вода, интернет и не текут крыши. А Россия просто кинула людей замерзать вторую зиму подряд в полуразрушенных квартирах без отопления и называет это помощью Донбассу. А это уже репортаж из поселка Метелкино на окраине Северодонецка. Этот поселок также сильно пострадал от боевых действий. И как видно по кадрам оттуда, все так и лежит в руинах. За полтора года там тоже так ничего и не восстановили. Это Метелкино, это Северодонецк. Свет нам недавно провели. Нуждаемся сейчас в обогревателе. То есть у нас газа нет и нужны просто обогреватели. Ну, желательно там, где поменьше киловатт берут, чтобы хотя бы не выбивал свет, потому что такое ненадежно немножко. У нас полтора года ни света не было, ни газа. Сейчас вот в октябре дали нам хоть свет. Полтора года не было ни света, ни газа, а теперь прогресс. В октябре дали электричество. Цивилизация пришла. Правда, электричество, как говорят люди, тоже ненадежное, поэтому просят обогреватели не очень мощные, а то еще опять выбьет свет на полтора года. Уже получше стало, гораздо получше. Плюс в магазинах уже как бы что-то появилось. То жили как бы за гуманитарки, а сейчас уже и гораздо лучше. Гораздо лучше. Спустя полтора года дали свет, и уже даже продукты появились в магазинах. Завидуйте, украинцы. А это фрагменты репортажа уже другого блогера из Северодонецка. И у него ровно та же картина. Местная власть и республиканская власть ничего не хочет делать для города Северодонецка. Это верх цинизма, когда больше половины города живет без крыш, окон, отопления, уже вторую зиму будет жить. И никому нет никакого дела до нас. В программе у Соловьева и Скобеевой таких людей почему-то не показывают. Там утверждают, что на захваченных Россией территориях все счастливы приходу русского мира и не знают, как и благодарить Россию за освобождение. Но как только мы видим какие-то репортажи из оккупированных городов без купюр, как только мы видим реальные мнения реальных людей, так сразу же вот эта вся пропагандистская картинка моментально рушится на глазах. Окна не делают, даже не застеклили. Зато приносит квитанции за свет по 4 тысячи за месяц. Платите. Кому платите, за что платите? Вторую зиму будем опять зимовать при обогревателе. Это нормально.
Никакого восстановления не происходит, отопления нет вторую зиму, но грабить жителей Северодонецк оккупанты не забывают. Счета за коммуналку людям в эти разваленные, разрушенные дома приходят регулярно. Как видим, в этом отношении у россиян как раз-таки все налажено и работает четко, как часы. И моя квартира сгорела, и мужа сгорела. У нас тут практически ничего нету. Это хорошо, что добрые люди пустили. Вот мы сейчас здесь и обитаем, живем. А так ничего нету. Вот в чем мы были, успели схватить только папины таблетки, выскочили из горящего дома. Это просто такое освобождение. Путин говорит, это такая помощь жителям Донбасса. Где проблема с жильем у вас сейчас? Мы вообще не делаем. Угу. Разрушены, да? Нет, нету ни отопления, ничего, да? Ни газа, ни света, ничего нет. Никто делать не собирается, да? Северодонецк просто разрушили и бросили. И никакие патриоты России, которые призывали его захватывать, теперь почему-то не приезжают его восстанавливать. Они приезжают, потому что на самом деле никакой Северодонецк им не нужен. Они его просто разрушили и забыли, и теперь никто даже внятно не может объяснить, зачем все это было. Вот Федоренко 8, это вообще четвертый этаж сгнил полностью. Сгнил вообще. И я вот, у меня уже руки сгнили, я собираю. Убираем воду мы сами, крыши течут у нас. Если Федоренко отзовется, уже писали кругом. Надо. Самыми своими силами крыши. Хоть бы чем-нибудь временно. Нам только газ в этом году дали, в этом году. Только вот газ. Мы очень благодарны людям, что трубы тут уже все разбито, и нам хоть газ дали. У нас и газа не было. Представьте, как тяжело. В общем, тут, наверное, никаких особых комментариев не нужно. Чтобы понять, какую жизнь Россия принесла на Донбасс, достаточно послушать самих жителей Донбасса. Как только выходят какие-то интервью без купюр, мы сразу видим всю правду, да, что на самом деле люди думают о России и какую жизнь Россия им принесла в их города, где они жили абсолютно нормальной, полноценной жизнью до тех пор, пока Путин не стал их в кавычках защищать. Я давно говорю, что не нужна вообще никакая украинская пропаганда. Достаточно вот просто показывать реальных людей, которые живут в русском мире, чтобы понять, что такое русский мир. Просто показывайте мнение жителей Донбасса, показывайте, как выглядят их дома после прихода России. И все, дальше можно ничего не придумывать, не додумывать. Просто вот эти честные, непредвзятые мнения людей. И я давно говорю о том, что да, вот такие видео нужно распространять, чтобы все понимали, что на самом деле происходит, какую жизнь Россия принесла на Донбасс, чтобы все видели, что Путин никого там не защищает, русскоязычному населению не помогает, а наоборот, только над этим самым населением издевается, о чем население само же и говорит, как только кто-то просто реально просит людей высказать свое мнение, вот они высказывают, и вы все видите и слышите сами. Помогайте распространять эту информацию, оставьте лайк или комментарий к этому видео, так оно наберет больше просмотров, и обязательно подпишитесь на канал. Это тоже очень важно. Привет. Во время войны мы смотрим на них, они смотрят на нас. Мы их изучаем. Нам интересно, что они затевают, что у них происходит в тылу. Так вот, там на болотах есть реакция на пресс-конференцию Валерия Залужного. Я об этом вам сегодня расскажу, но во второй части этого видео. Дело в том, что очень важно все-таки остановиться на том, что же произошло с большим десантным кораблем. То есть он был, потом его не стало, и появился совсем другой вопрос. А где, собственно, команда? Выяснилось, что экипаж большого десантного корабля «Новочеркасск» состоит из 70 членов экипажа. Не факт, что у каждого члена экипажа остался этот член. Но, что важно, официально признали потерю одного человека, то есть его гибель, его уничтожение. Значит, 33 пропали без вести. Более двух десятков раненые. И вот это состояние «пропал без вести в Феодосии» долго продолжаться не могло. Нужно было определиться, где эти люди. И вы знаете,
Я их нашел. Если кто-то думает, что они оказались на встрече с Кобзоном, то это ошибочное мнение. Теперь открыт второй зал. И там их встречает Владимир Жириновский. Тот самый, который при жизни любил пропускать членов своей партии через бассейн. Купались они голышом, но фактически, как это произошло на вечеринке Ивлевой, там, где некоторые мужчины одевали носок на свой... А это важно, кстати. Потому что носок одел, а член сохранил. А если не одел, тут как получится. Так вот, теперь морячков собирает Владимир Вольфович Жириновский. А корабля нет. А что болото? А болото думают высаживать морской десант. Но, очевидно, большой десантный корабль Новочеркасск принимать в этом участие уже не будет. Можно высаживать десант, когда мы проламываем линию фронта. Тогда уже можно, если мы движемся в сторону Одессы или Николая, высаживать морской десант. Бывает морской десант, а бывает отрицательный морской десант. Бывает так, что десантные корабли превращаются в батискафы или подводные лодки. И российская армия продолжает ими гордиться. Мне кажется, это оптимальный вариант. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube-канал, а я вам далее расскажу, как российская пропаганда отреагировала на брифинг Залужного. Ну, тезис первый. Еще раз говорю, мы воюем не с мальчиками для битья. Кто здесь мальчик для битья? Вопрос дискуссионный. В российской армии теперь вводятся новые герои. Один из критериев этих российских героев – это трижды горение в танке. Ну, практически well done прожарка. Три раза горел в танке. И... Три раза горел в танке, начиная с мая. Он три раза горел в танке, имеет 7 контузий, 1 осколочное ранение. Враг сильный, да? Огрызается. Ну, у них выбора нет. Каждый человек, я так понимаю, хочет жить, а что им там рассказывают их военачальники, почему они... Плен не сдаются. Если российский оккупант с гордостью рассказывает о том, что он трижды горел в танке, это значит наврочитые. Мои собственные мальфары говорят, это значит, что с ним это обязательно произойдет. Ну, единственное, после этого он не сможет включаться в эфиры Ольги Скобеевой, которая на фоне российских побед одела военный китель. Так можно действительно угореть на работе. Ну, вернемся к главной теме сегодняшнего выпуска. Да, это пресс-конференция Валерия Федоровича Залужного, нашего генерала, нашего командующего. Главные тезисы можно уместить, ну, по сути, в одну минуту. Дуже радий всіх бачити. Дякую за запрошення. Моя, до речі, перша прес-конференція. Потрібно буде її запам'ятати. Захищати Україну мають усі, не тільки ті, які потрапили до військового комісаріату, потім до військової частини у 22-23 році. Війна, на жаль, продовжується далі. На сьогоднішній день важко спрогнозувати, скільки ще необхідно нанести втрат для того, щоб це все припинилося. Я вважаю, що необхідно це робити постійно, рівно до того моменту, поки війна не закінчиться, противоположник не відмовиться від ведення бойових дій проти нашої країни. 24-й рік, він не просто буде відрізнятися, а він має відрізнитися, 24-й рік від 23-го року. Бо інакше нас чекає те, про те, що я писав у статті. Відповідно, ми ці проблеми знайшли. І знайшли десь, мабуть, 90% вже рішень цих питань, які необхідно обов'язково вирішити для того, щоб в наступному році діяти більш ефективно і, саме головне, зберегти людей. Над цим працюємо. З нами абсолютно погодилися наші партнери, які також зацікавилися цим питанням. І можу вас запевнити про те, що наступний рік він буде відрізнятися, ну, саме воєнний рік від 23-го року. Ми, принаймні, для цього усе робимо. Нам дорогий кожний клаптик нашої землі. Кожний клаптик нашої землі.
І будь-то Бахмут чи будь-то Авдіївка, ми будемо обороняти рівно стільки, скільки у нас хватить сил для того, щоб це зробити. Якщо сил буде недостатньо, ми будемо бачити, що краще зберегти людей. Звісно, ми таке рішення приймемо і збережемо людей. А потім відвоюємо це. Це все буде залежати від ситуації. Але, знову ж таки, навколо цього не потрібно робити щось із того, що іздалека нагадує шоу якесь. Это только российские пропагандисты могут рассказывать о том, что на войне весело, героично и никто не умирает. На самом-то деле война – это кровь, а вывернутая и страдания, и ужас. И об этом надо говорить. Что мне нравится в словах Залужного? Нравится то, что он не делает войну легкой, какой-то безоблачной, какой-то победоносной. Но понимание ситуации есть. Есть понимание важности новых военно-технических решений и, конечно же, помощи наших союзников. И я исхожу из того, что все это будет. Будут и деньги, будет и оружие. Вопрос в сроках, и на самом-то деле вопрос даже не в деньгах, а вопрос в технологиях военных, которые будут использоваться нашей армией в 2024 году. Но давайте просто проговорим вслух. Конец года показал, что мы можем сжигать российские корабли вместе с экипажами в портах. В оккупированных портах, но с другой стороны, нам же главное уничтожить российских военнослужащих вместе с их кораблями. И не только кораблями. Мы насбивали за последнюю неделю кучу российских самолетов. Это вот как раз и есть признаком того, что военно-технические решения некоторые рассматриваются, что они интересны, что они могут принести нам пользу. И чтобы вы понимали, вот если мы уже говорим о том, как отреагировала Россия на пресс-конференцию Залужного, то что-то они как-то какие-то такие пораженческие настроения. То есть малой Марьинки. То есть получается, сколько ты не пиарь эту историю, там, где они освободили таким образом город, что не стало ни города, ни жителей. И, между прочим, история с Марьинкой, она важна чем для нас? Это вот очередная демонстрация того, во что они хотят превратить Украину. Просто не хватает, как сказал один известный деятель на Украине сегодня, им не хватает истории. Они не смогли себе вот этот поршень, который выталкивает мотивацию человека вверх, и он действует. Бендера и Шухевич не смогли составить конкуренцию Жукову, Василевскому, Рокоссовскому. Не вспоминай всю Алексея Арестовича, но по факту именно о нем сейчас говорит российский пропагандист Сладков. Ну, что я вам хочу сказать, наши дешевые российские пропагандисты. Хотя нет, этот дорогой. Значит, сколько бы ни натягивали бы сову на глобус, ну, то есть историю Второй мировой войны на сегодняшний день, это все дешевая туфта. Вы не воюете с Бандерой, мы не воюем с Жуковым. Это было много-много десятилетий назад. У нас совсем другая война. У нас за независимость, у вас за ваше прошлое. И в войне за прошлое вы погибнете. И что важно, вот обратите внимание, они тут пытаются как-то категориями Второй мировой войны оперировать. А по факту они показывают вот этот вот Сладков и вся эта что они подготовили для Украины. Уничтожение, уничтожение, уничтожение. Ведут себя как нацисты. Хотя почему как? Они и есть нацисты. Так вот, они настолько впечатлились Валдан российских моряков, что тут зазвучали новые тезисы. В части войны. Борьба идет действительно правильно. Расслабляться нельзя. И, как говорится, заниматься очковтирательством тоже не надо. И, как говорится, это вот поскольку, правильно вы говорите, и враг
очень серьезный. И к Украине, кстати, надо серьезно относиться. Потому что у нас все время тема, что вроде это вообще не они. Вроде они просто... Да нет, ребят, ну, к сожалению, Украина сегодня враг. Она консолидирована. И Зеленский серьезный враг. Серьезный. Он не просто марионетка. Это видно. Он играет очень важную роль во всей этой истории. И именно так надо относиться к нему, не говоря о том, что это он впрямую, понятно, занимается терактами. Я еще раз хочу послать в космос этот сигнал. Я хочу, чтобы российские города стали похожи на Маринку. Убежден, что вы меня поддержите. Это справедливо. Они принесли смерть и ужас на нашу землю. И заслуживают чего? Того же. А только в 10 раз больше. Но как запели, стоило хорошенько на российских военнослужащих и утопить БДК Новочеркасск. И вот нас уже воспринимают серьезно. А что будет дальше? Да действительно, ты прав. Противник серьезный, он консолидирован. При всех тех успехах, которые есть, ну, понятно, вам виднее, но с другой стороны мы видим, что упорнейшая борьба, конечно, что, строго говоря, вполне он еще мотивирован, несмотря и вот это вот как бы шапкозакидательство, которое порой у нас происходит, не надо. На фронте вот точно нет. Есть у меня информация, что провести пресс-конференцию по вопросам мобилизации Валерию Залужному предложили в офисе президента. Их подход понятен. Ну, мол, военные отвечают за непопулярное явление, за непопулярную мобилизацию. Потому что мобилизация – это принуждение. И понятно, что это не может вызывать у всех какое-то супер воодушевление. Но о чем говорит Шахназаров? Он говорит, что украинское общество все равно консолидировано. А почему? Потому что никто не хочет оказаться в ситуации, когда твой или любой наш город превратят в Маринку. И, соответственно, когда граждане этой страны слышат командующего, который на самом-то деле прямо, по-взрослому говорит, что все не закончится через 2-3 недели, что будет тяжело, но других вариантов, кроме как войны, нет. Это заходит людям объективно. И эта консолидация, она никуда не денется. Сколько бы некоторые там депутаты с фамилиями Безуглая или Безумная не произносили всяких гадостей в адрес армии. Хотя никто ж никого не идеализирует. Проблем выше крыши. И идиотизма достаточно во всей стране, а Украина, она представлена по количеству примерно в одинаковом количестве везде. И в политике, и в журналистике, ну и, конечно же, в армии. Тут все очевидно. Это наша страна, вот она такая. И да, за эту страну нужно российских захватчиков. Тем более, у них же тоже там такие вот явления происходят. Да? Вот почему они сейчас все носятся с этой так называемой голой вечеринкой Ивлеевой? Они же находятся на финальной стадии. Что имеется в виду? В управляемой ненависти есть один недостаток. То есть ты не можешь постоянно фокусироваться на одном объекте. То есть нельзя фокусировать ненависть только на украинцах. Поэтому они это сделали с ЛГБТ-темой. Привет Антону Красовскому и его другу, который неожиданно умер. Что-то взял в рот и умер. А Антон вроде как еще нет. А после ЛГБТ-темы разгоняется тема антисемитизма. Пожалуйста, Российская Федерация в данном случае впереди планеты всей. А далее начинаются внутренние репрессии против уже непосредственно граждан России. Потому что маховик должен всегда работать. Понимаете, они бы хотели в жертву приносить только украинцев, а не получается. Потому что мы вооружены и опасны. И оружие у нас будет. А если будет оружие, будет и Украина. А на болотах тем временем какие проблемы в этом
царстве вечных фестивалей и марафонов. Спортивных, если что. Новые проблемы. Проблемы с яйцами. Но меня резануло, что президент вынужден извиняться за то, что выросли цены на яйца. Ну как это может быть? Ну этого не может, этого не должно. Ну значит, что-то не работает в системе, если президент вынужден заниматься ценами на яйца. Ну хорошо, но это же для этого правительство. Есть депутатский корпус, он должен реагировать прежде всего на эти дела. Он должен привлекать внимание общественности, правительства. Кстати, у нас, как выяснилось, тут я узнал, такси в 4 раза подорожало в Москве. Конечно, это не яйца, но вообще-то выясните, а почему? Счетчиков нету. Но это же тоже все кладет вот эти капли, как говорится, вот эти трещинки они. Потом это раз может вырасти вот в серьезную уже такую ров. Трещинки в российском обществе. Откуда это берется? Это берется в первую очередь... с линии фронта. Потому что не все российские товарищи горят по 3 раза в танке. Некоторым хватает и одного. И да, потери на войне российского общества, они формируют эти трещинки. И эти трещинки ты снижением цен на яйца не залатаешь. Слава ЗСУ! Кстати, яйца для России уже в пути. Ну, ладно, я понимаю, что вы деликатно сравниваете российскую экономику с северокорейской, что, наверное, не сильно корректно. А это не просто что касается подход на самообеспечение. Чучхи, ну, они же тоже не сами сделали этот выбор. В результате пошли партии крупные, соответственно, с Азербайджана сыграть с Турцией. Вот, соответственно, ну с как... Азербайджана накануне была информация, что яйца доберутся до нас после Нового года, да. И значит, снижение цен на яйца мы ждем тоже уже в следующем точно, году. Точно. Ждите. Тем временем Украина продолжит уничтожать на российских захватчиков. Тут появилась информация, что 20% ЧF РФ уже уничтожено. Пишите названия российских военных кораблей, которые подлежат уничтожению в первую очередь. И подписывайтесь на канал. В любом случае, Украина была, е и будет. До побачення.